Добрый день. Мы в этом отеле уже третий раз. Приезжаем третий год подряд. Можно сказать, что ощутили какое-то дополнительные какие-то меры безопасности в аэропорту. Установлены тепловизоры и достаточно просторно в плане людей. То есть наш самолет приехал, прилетел, и людей не было вообще. То есть мы были одни, один наш самолет. Достаточно быстро прошли паспортный контроль, весь персонал в масках, все обрабатывают руки средствами. Очень все быстро, оперативно нас посадили в автобус, привезли сюда, здесь тоже багаж обработали средствами. Весь персонал в масках, нам измерили температуру. Очень быстро, оперативно мы поселились в номер. Если говорить о самой территории, да, это видно, что приняты меры безопасности, социальное дистанцирование. В столовой шведский стол теперь выглядит иначе. Это столы, которые покрыты экранами. Люди сами не берут еду, накладывают повара, которые в перчатках, в масках. Все это, конечно, приятно, что о людях заботятся. Мы приехали из Беларуси, из Минска, вырвались, в общем-то, из всеобщего кризиса такого, связанного с коронавирусом. И поэтому ехали сюда целенаправленно. Как только были открыты чартерные рейсы, мы сразу же купили путевку. Это был, по-моему, один из первых отелей, который открылся на побережье и который принимал туристов. Попав сюда, мы, в общем-то, несказанно рады, и все меры, которые предпринимает отель и его руководство, там, связанные с недопущением распространения вируса, ну, нас полностью устраивает. Санитайзеры кругом, в общем-то, ребенка я тоже спокойно отпускаю и в бассейн, на море, в столовую. То есть нас все устраивает. Вы знаете, очень даже хорошо чувствуем себя на отдыхе в Турции. Дело все в том, что радушие турков – это первое. Второе – это то, что чудесная погода и, в принципе, очень много свежего воздуха, много зелени, что дает возможность действительно хорошего отдыха. В магазинах, понятно, да, то есть в местах, там, где, ну, побольше немножко людей, вот мы сегодня на базаре, например, были, то одеваем маски, пользуемся дезинфекторами, а так полностью, абсолютно все, ну, скажем так, настолько безопасно, что мы, кстати, сегодня уже пятый день, и все нормально, все хорошо. Поэтому я считаю, что бояться ничего не стоит, и здесь достаточно мест, где можно, опять же, обработать руки для того, чтобы лишний раз, да, получить эту дозу дезинфекции, одеть маску, если кто-то боится или кто-то хочет, допустим, все-таки таким образом немножко защитить себя. Но вообще, вообще все очень здорово. Вы знаете, по приезду, когда собирались сюда, ехали, думали, что будет намного, скажем так, как-то безопаснее, будет, вернее, опасней. Вот. Но по прибытию сюда настолько все организовано, настолько все слажено, вот, все действия всех, скажем так, вот, всего персонала, вот, начиная со встречи с аэропорта, вот, заканчивая там номерами отеля, вот, рестораном и так далее. Везде стоят дезинфекторы, везде это сам рукомойники, где можно помыть руки, весь персонал ходит, находится в масках. Вот, ну, для посетителей, для туристов, скажем так, вот, по желанию, вот, каждый как бы отвечает сам за себя, но очень все организовано, очень все приятно. Погода изумительная, вот, море чудесное, вот, ну, питание, воздух, среда, настолько все как это располагает для отдыха, для расслабления, для релакса, вот, и для получения полного удовольствия. Поэтому рекомендую, пожалуйста, не бойтесь, люди, приезжайте, отдыхайте. Вот, очень гостеприимный народ, поэтому респект.